Друзья, всем большой привет! Сегодня будем проводить кубок города Лузы. Есть небольшие, нюансы. Сейчас придется либо ко мне домой возвращаться, либо что-то предпринимать. Я рюкзак с призами начал поднимать в большом рюкзаке своем. У меня лямки нахрен отлетели обе. Просто дома сразу даже. Хорошо, что выйти не успел никуда. Сейчас пришлось разгружать по маленькому рюкзаку сюда. И вот таракан есть. А ручка, блокнот, где все записано, данные, осталось в кармашке. Также термос остался в кармашке, в другом. Короче говоря, в попыхах так все забыл. Ну термос, хрен с ним. На, искать мне маркер, пару карандашей и тетрадку. Если у Юрика есть все это, то домой возвращаться не придется. Ну что ж, друзья, погрузились. Юрик, да, все, с праздником. Оп, с прошедшим уже получается для вас. Заехали, короче говоря, в магазин. Купили тетрадку, маркер, карандаш, Юрика, ручки есть. Короче говоря, надеюсь, все будет нормально. Это еще обещает, нам сегодня снег с дождем. Так что помучаться придется. Ну, маленько запаздываем. Должен быть 8 часов там будет. Ну, ладно, минут на 5-10 опоздаем, ничего страшного. Не потеряется без нас, все знают, куда ехать и что делать. Ждать нас все равно. Придется по-новому всех записывать, вчера уже в тетрадку основных внес, но ладно. Не под теми номерами. Ладно, разберем сейчас. По факту будем записывать прямо по ходу дела в машине, потому что сейчас покажу. Вроде ничего, но там синяя тучка идет, которая принесет нам снежочку и дождечку. Так, заехали. Деревня Озерская уже. Это хорошо, что я съездил, зоны разбил. Сейчас еще мучаться, зоны разбивать вообще была беда. Ну, у нас 100 раза они разбили. Ну так я все равно пришлось снять, потому что некоторые лица занесло, а прошло-то больше месяца, наверное, уже. И помучился я. Сейчас бы еще больше помучились, потому что снегу свежего, видите, намело. Это во-первых. Во-вторых, и так на леди было дофига, сейчас еще навыдавливают ее, короче, ходить будет вообще невозможно. Сегодня будут страшненькие соревнования, в плане того, что передвигаться вот очень некомфортно, а надо. Потому что я уже говорил, когда ролик снимал, то, что там несколько лунок, 5-6 это очень мало. Надо много буриться, много кормиться и много передвигаться в поисках активной рыбы. Вот уже и озеро начинается. Папка, у тебя полуза там видно. Как раз в конце первой зоны. О, воробушки. И синички, и скворцы все такие молодцы. Так, там где-то. Вот, тропиночка видно, и веточку я воткнул. Ну, там, в принципе, до хрена веточка торчит везде. Никого не видно пока. Они, мол, на старой тропинке, да? Еще не увидишь скоро. Так, 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 так. Не работал туда. Вон приехали. А ладно, поехали к ним. Вот, наверное, вот здесь где-то. Да, да, ветка-то здесь. Мамда придет. Наши ли не? Вот не наши. Что-то машина-то неузнаваемая. Якоря, наверное, там стоят, потому что... А девятка чья? Это Ацарец. Идут архаровцы. А, там Женька Барболин вроде разворачивается, решил сюда ехать. Не хочется пешком идти. А, я сигарету купил. Женя, так-то собраться не можем толком, еще с безмутылочками. Мое колесо, без мутылок вас шокирует, так что не надо. Ты еще мои не видел? Я подкормил, да? Может, еще это, сзади встать сразу. Мочевины подкормил, да? Вот, шапка, мальчик. Доброе утро, всем. Доброе утро. Нелегкий путь выбрал. Пакет, кстати, вон где-то, тут же, вон даже где-то. Маечку где-то. Где какой? Где-то маленький есть, простой салафановый. Кому? Юрику. Мне понравилось, тут не увидел дороги. Так, все бойцы готовы у нас, да?
Виталий. Ну, поздравляю всех 23 февраля. Ура! Ура! Народу немного, ну как обычно у нас, все свои. Ничего нового. Ну все, так. Пошли. Тихо. Объясняю сразу по тому, как проходят соревнования. Турнир, то есть неофициально. То, что называется Кубок города Лузы, ни федерация, ни город к этому никакого участия не имеет. То есть все по собственной инициативе. Это во-первых. Во-вторых, получается то, что призы куплены за наши же деньги. То есть я купил, а сейчас мне эти деньги не вернулись. Так отдай. Не, потом я тебе отдам, потом прикормка есть еще. Хорошо, можешь выступать. И медалью еще к тому же. Так. Все слышали? Ну, правила все такие же. Могу по рыбалке сказать, кому интересно. Рыбы много, но надо все равно бегать, потому что она что такая. Не сгруппирована. Не сгруппирована, то есть больших стаи не будет, 100%. Юра, я один раз в какое-то на соревнование умудрился в ноль уйти. Как так? Рыбы так... И самое интересное то, что и плотва, и окунь в одной лунке клюют одинаково. То есть я сейчас рыбачил вот здесь между зонами. Окунь, плотвичка, где-то ни хрена, потом через полчаса подойдет, клюнет там одна-две рыбки. Такая, больше надо бегать все равно. Окунь, чем уна, больше набудешь, по-моему, тем лучше. Угу. На мой взгляд, так. Так что не стесняйтесь со старта, бурите, если хотите половить. А? Мы все время говорим, что пойдешь по моим лункам, у нас вон есть контрабанда, бега везде. А так, что, все? Флаги у всех есть? Есть. Ну это хорошо. Так что 2,5 часа так, где тур. Зону, да? Где зону? Вот зону 9 часов, 9.05 да? Старт. Вот угол зоны вот этот идет. Вот эта борозда идет, это она уже идет за зоной. Ну и там в ту сторону тоже. В принципе, видно. Даже следы мои замело все. Что, пока можно расходиться, наверное, потихоньку? Да, в 9 часов за вход зону, 9.05 старт. Так, вход в зону. Ребята готовятся. Пока ничего не будем, просто готовим место. Only you. А что, кто приехал-то, где? Пресса, мод. Пресса. Выходи. Какое? Где? Ну, друзья, первый тур окончен. Очень плачевный. Ну, кто-то половил, кто-то нет. Я, допустим. Кто-то со старта попал в углу в рыбу. А, блин, я бегом здесь всю зону сегодня шерстил.
Ни хрена, короче, 23 рыбки. Это 250 грамм. Приблизительно. А это пролет. Ну ничего страшного. Мое дело провести. Ну как бы, тренировка неплохая. Венька, сколько рыбок поймал? 6-7, да. 6-7? Это... Посмотри, у него в мешке, блин, килограмм. Он еще и курил, ходил, начал по зоне, хрен пинал. Пашка тоже. А не надо, там вот первое, второе делят. Ну что ж, уловы разные. Ну вот наля все ушли, вот он, чемпион стоит. Не, Пашка больше, наверное, лохматил. Не, так у тебя, я видел, как ты ловил. Вот тоже неплохо. Ой, ёп. Давай тебя. Пятый. Тебя начнем. 343. Давай я какой-нибудь пакет сожру. Ну, бассейн, кидай сейчас. Жильцов вон, выставать будет. Давай, Саня. Иди вон, лови жильцов. 343 записал, да? На, третий. Что, пакет-то обратно берем? Ну. За пакет, блядь, 200 рублей заботился. Ты делаешь, блядь, что? Сходи нахуй, на следующий, заминовай. 139. Это восьмой. Первый? Ловить-то дохуя, да? Mm-hmm. Ловить дохуя, да? Mm-hmm. Блядь, что это? Веси в руки нахуй! Веси на мыло! 170, подожди, 169. Давайте следующий кто-то. Килограмма мне так не осталось. Нет, тигру нету, она вся ушла. 165. Это какой, девятый? Какой был-то номер? Девятый, да? Девятый. Дальний картон. 50, 50. 140 ровно. Не уваливайте, да? Не, это целая куча. Мы же снег-то не меряем. Да, да. Как снег оползется, да? Ты что, твой номер-то? Шестой. 101. Я иду, 33. Седьмой. 101 грамм. 106. Браска! Что он не ловил, сидел сюда, подсекает, бля. Мне покажут. Так, 11 где? Вон еще. Вон, Кузнецов, Владимир, где? Вон, вон. 14. Нормально. Это чей? Средний вес, вы поняли? 11. 190. Подожди, нет, 188. Выводи сюда. На ушку первый улов года. Вообще, что, кого не хватает? Ого! Вот Я, Юрий, сколько? А говорил, ни одной не поймал. 110. Сейчас сколько? 290. Все, больше ни у кого нету, да? Не-не, все записано. Сколько времени на перерыв? 2 минуты 20. Кузнецов Владимир, 11 место. Катураев Николай, 10 место. Это на данный момент, ничего не знаю. Морозов Андрей, 9 место. Буторов Евгений, 8 место. Субботин Сергей, 7 место. Патураев, Паутов Илья, 6 место. Аксенов Юрий, 5 место. Асташов Павел, 4 место. Вершинин Сергей, 3 место. Екатерин Юрий, 2
и Барбулин Евгений первое. Ура! Веса очень плотные, особенно за тройкой. Да. От тройки. От тройки? Я тут рыбачить буду сейчас. У нас тоже разрыв-то большой. 510, 343 и у третьего 229. 290, говорили. 229. 290, что говорили? Не говори. Да нету, Бог. Тут не спорю. Вот я, короче, у берега тренировался за этой зоной. Там вообще рыбы не было. Я тоже думал, что окунь вот есть в берегу. Оставь ее где-нибудь. А такая же. Ну, ближе к берегу маленько, это самое, выход есть. А так примерно одинаково везде. Я вот там ни разу не бывал вообще. Ты вот прошлый год, когда сделал такие, ты там половил хорошо. Даже мотылята хорошо. Насадочного? Но. Так у меня есть насадочный. Я не тебе, я это. Не надо. Он наблеснул. Видишь, к берегу пошел, блесни сейчас, вот. Кто куда? Опять угол заняли. Угол стрельнул вот этот на первом туре. Опять же, 5 человек стало в надежде, что стреляет. Вот раз тоже этот дальний угол. Двое ушли ва-банк, ну и четверо стоят по береговому углу. Посмотрим. Внимание! Марш! Идет. Такой был? Я. Yeah. 191. Девятый. Вот. Что, на зубчика? А? 634. Да, я сейчас ушел уже с каном. Да, я думаю, там есть какая-то попала. Восьмое. Так там где-то пробурило, наверное, на лунку сел, да? 267. Я сказал 600, бля. 57. 57 лучшего. Так бери вон еще, Паш. Чужой не надо, да? Кто там? О, бонус какой.
201. Надо работать? Нет, 201. 101 на 201. Ну, блядь, у тебя самое лучшее весы в мире, да? Это что, у меня рыба, я понял? На тренировку. Нет, нормально. У меня рыба, то я как туда выезжал. Ты нудно это делаешь. Что-то есть у кого рыба? 267. 267, да? Вес нормальный. Так, не сдал Бутаров, Барболин и Морозов Андрей. Точно на 100%. Морозов тоже. Намножь. Сил 376. Ну-ка. Сил 376. О, хоть в этом туре половил, блядь. А я не половил. Ну вы да. Разный концентр. Меньше полтораха, ёпта. Меньше. Сколько же нахуй? Кил 165. Да, Евгений, 164. Все, больше ни у кого нету. Морозов не сдал. Далеко нахуй. У меня нету. Нет, я до Юрика раз бегал, спички взял. Забирайте. Морозов, нету рыбы, да? Ноль. Понял. Какой не по клевке, то весь тоже увидел. За то, что ехали и досидели до конца. Несмотря на. А что, погода хорошая? На Налик, один у нас плавал, он попой офигенно. Погода хорошая, че не скупаться. Всего было 11 человек. Призы рассчитаны были на 10, но как бы поделим среди всех. Хватит всех. Так, давайте начнем тогда у нас с конца. Почетное 11 место занимает Владимир Карлович Кузнецов. Не менее почетное место, сумма баллов одинаковая. Морозов Андрей, 10 место. Девятое место. Сумма баллов 17. Маленько оторвался от 10-го, 11-го. Отурайся, Николай. Наконец-то. Я здесь пытаюсь. Я тоже выполнил. Так. Восьмое место. Тоже почетное. 14 баллов. Паша маленько сбился. Павел, Саша. Первый раз сегодня. Да. Плохо, надо нормально. Сюда. Седьмое место. Знаете кто? Сёма Фьюрин. Сумма баллов 13. Проиграл по весу. Тоже 13 баллов. Шестое место. Субботин Сергей. Так, пятерка лидеров, пятое место, Паутов Илья, молодой, начинающий спортсмен. Замкнул, не дотянул. Первый тур маленький так не получилось, Бутеров Евгений, деревяшечка. Ну и тройка призеров. Третье место. Вершинин Сергей. Молодец. Это тебе. Это мне. Это тоже тебе. Это тоже мне. Передали почетное. Ага. Благодарю. Да. Второе место. Сумма баллов 5. Давайте. Я! Рубочка! Ну и чемпионом сумма баллов 3. Барболин Евгений. И сколько? Рубочка. Медаль. Ну и небольшой, но тут попадет.
На последнюю неделю два кубка, первых мест. Так, что, у кого фотоаппарат хороший есть? Фоткаемся, на память. Что ж, друзья, погода сегодня не подкачала, рыбка маленько подкачала, хотелось бы, конечно, поинтереснее рыбалку, но тем не менее, в первом туре что-то у меня там 300 грамм, во втором туре 350 где-то было в первом туре, во втором туре 850 где-то так, ну и хватило этого до второго места. Женька молодец, отыграл в 1-2, не дали ему в 1-1 сыграть этот раз, а и в тот раз не дали сыграть в 1-2. Тоже 3 балла у Женьки Барволина было, да? Я ему тут расснял. Но как бы все нормально. 5 баллов против 3. И Серега Вершинин, красавчик, тоже бегал. Во втором туре начал по чужим лункам бегать. Полтура рыбы не было, но в конце насобирал чего-то и хватило до третьего места. То есть подтянулся. Он в первом туре был 3, во втором туре он был 5, по-моему, где-то так. И как бы нацарапал на бронзу. Ну и все, потихонечку будем двигаться домой. Друзья, вернусь домой, но это будем заканчивать. Очередную медальку в копилку, пусть не такая она важная. Важный старт еще впереди. И до него не будет пока больше ничего. После него еще не знаю, но сейчас чемпионат России. Примерно такая же рыба будет, как сегодня у меня в туре. Сегодня одна лунка меня выдала на втором туре. 50 рыбок. Ну и в этом горизонте все ловили, кто в призерах. То да все ловили в этом туре, во втором туре, все в одной ленточке примерно, в одном горизонте. То есть выход рыбы был после обеда. И кто смог подобрать ключик, отловились нормально. Надо было искать вот такие золотые лунки и снимать с них рыбу, пока не кончится. А она кончалась. Сначала окунь, потом приходила плотвичка и тоже замолкала со временем. Ладно, увидимся завтра. Ну а сегодня все. Всем пока, до скорых встреч.